Держите, поздравляем вас. Растите спасибо большие, здоровые, послушные. Приходите к нам обязательно еще. Спасибо. У Евгения Прищепова сегодня радостное событие. Счастливый отец наконец-то увидел дочь Еву и жену Екатерину. Поздравить семейную пару с пополнением пришли не только родные, но и сотрудники МЧС. Заодно спасатели напомнили супругам о детской безопасности. К слову, молодые родители уже рассказывают старшему сыну Глебу важные в жизни правила. И он сам молодец, старается все еще и всех учит. Знает, куда звонить, если какой-то пожар. И сами мы дома им стараемся объяснять, потому что все-таки пожар – это опасно. Появление на свет ребенка – это не только радость, но и большая ответственность. Родители в ответе за своих чад. В очередной раз напомнить молодым семьям – грамматику безопасности просто необходимо. Ведь детям достаточно нескольких секунд, чтобы бросить зажженную спичку, попробовать непонятную жидкость на вкус, взобраться на окно и проглотить таблетку или батарейку. В нашей квартире для взрослого человека все привычно и естественно, а для маленького ребенка очень много нюансов и опасностей, которые его могут подстерегать. И вот наша задача нацелить родителей, что они приедут сегодня, встретят своих детей в теплый уютный дом, но нужно и посмотреть, чтобы ребенку ничего не угрожало. Парам вручили пожарные извещатели, раскраски и памятки на тему безопасности. Кроме этого, родители смогли сделать яркий снимок на память. Спасатели подготовили фотозону с изображением героев мультсериала «Волшебная книга». Для счастливых родителей все это стало большим сюрпризом. Неожиданно. Это, наверное, видно. Конечно, спасибо большое, что оно вдвойне еще более приятно. В рамках акции спасатели поздравили 4 пары. На прощание пожелали родителям, чтобы огонь горел только в их домашних очагах, сердцах и глазах. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.